Ветровые ДХО LED-светодиоды – комплект ходовых огней, работающих от движения авто. Очень простые в установке и не требуют никаких проводов. Получает энергию исключительно от встречного потока ветра. Не слепят встречные авто, пучок света освещает дорогу и обочину, а не встречные автомобили. Долговечная клейкая поверхность надолго закрепит ходовые огни. Быстро охлаждаются, не перегреваются, что увеличивает срок службы ламп. Количество в комплекте – 2 штуки. Дневные ходовые огни от энергии ветра – это светодиодные лампы со встроенным лопастным генератором. Получает энергию исключительно от встречного потока ветра. Если бы это инженерное изобретение подключалось к штатной электронике автомобиля, то его преимуществами была бы минимально низкая электропотребляемость, но этот критерий не имеет значения, поскольку устройство полностью автономное. Его характерными особенностями по праву являются: способность проведения простого и самостоятельного монтажа без использования каких-либо проводов. В качестве надежного крепления выступает широкая площадка с липким слоем, надежно удерживающая прибор, например, на радиаторной решетке или бампере. Источником энергии для генерирования устойчивого белого света является обычный ветер. Даже если на улице штиль, то при движении автомобиля будут создаваться требуемые воздушные потоки. Генерируемый свет достаточно яркий и заметный, но не настолько сильный, чтобы своими лучами слепить встречное авто. Пучок света обращен к...